Сегодня хочу поделиться своими впечатлениями о новой модели смарт-часов от суббренда Xiaomi Hailuo RS5. Эти часы обладают отличными характеристиками и высоким качеством изготовления. Они оснащены ярким AMOLED-дисплеем с разрешением 502 на 410 и частотой давления 60 Гц. Кроме того, часы поддерживают 150 различных спортивных режимов, имеют функцию LCD-дисплея, предлагает огромный выбор циферблатов и встроенных приложений, а также обеспечивает круглосуточный мониторинг пульса. SPU2, уровень стресса, мониторинг сна и время автономной работы до 9 суток в данном заряде. Давайте проверим, насколько эти заявления соответствуют действительности. Hailuo RS5 поставляется в черной упаковке из плотного картона, на которой изображена модель и ее краткие характеристики. В комплекте с часами идут силиконовый ремешок, тканевый ремешок на липучке, краткое руководство и зарядное устройство с пинами. Часы доступны в черной и серой расцветке корпуса. Форма часов может понравиться не всем, но это дело вкуса, похоже на Apple Watch немножко. Сборка выполнена из качественных материалов, а корпус не марки. Стоковый силиконовый ремешок не вызывает дискомфорта, не потеет под запястьем. Ремешок быстросъемный, со стандартным креплением, и застежка выполнена из металла. Тканевый ремешок с застежкой на липучке также удобен. Конечно, не всем мужчинам. Я ремешок лично вот на черненький поменял, но женщинам они точно подойдут. На корпусе часов расположен стандартный динамик, микрофон, магнитная область под контактами для зарядки, датчик мониторинга здоровья и механическая кнопка-коронка. Кнопка отвечает за переход меню, возврат, а также за выключение-включение устройства. Прокрутка реализована по системе трещотки, что не всегда удобно. Кнопку нельзя переназначить, но можно добавить вызов в экстренном случае по указанному номеру в приложении. Как я уже говорил выше, и заявленное обновление экрана до 60 Гц. Лично я не вижу тут этих Гц, может с прошивкой поправить, а может не поправить. Технология LCD дисплея поддерживается, а вот имеет два стиля отображения и работает постоянно. Настроить его работу по расписанию нельзя. Система работает нормально, но не очень быстро. Иногда встречается микрофриза при прямом попадании света на экраны. Яркости хватает, но большого запаса яркости нет. Автоматической регулировки яркости тоже нет. Автоматическое выключение экрана можно настроить максимум на 15 секунд. В настройках можно изменить стиль меню, включить режим не беспокоить, активацию экрана, поворотом запястья и установить пароль на смарт-часы, если вам нужен. С главного экрана можно перейти к панели быстрого доступа, в которой доступна регулировка яркости, включение различных режимов, фонарик, переход настроек и другие фишки. Свайп снизу вверх открывает уведомления, слева направо также есть небольшая панель быстрого доступа, а свайп налево открывает виджеты, которые можно персонализировать под себя. В меню есть телефон с контактами, история вызова и набор номера, активность измерения различных показателей здоровья, погода с прогнозом, топовый будильник, уведомления, голосовой ассистент, вызов, калькулятор, фонарик, поиск смартфона, Bluetooth, кнопка для удаленной съемки в паре с смартфоном и секундомер и таймер есть. Музыкальный плеер позволяет регулировать громкость и переключать треки, воспроизведенных на смартфоне. Hailuo RS5 поддерживает более 150 видов тренировок, есть контроль калорий, жигомер, напоминание достигнутой цели, записи тренировок, но нет, отслеживания плавания. Во время тренировки можно пользоваться плеером, тренировка не может работать в фоновом режиме. RS5 могут измерять пульс, кислород, крови и уровень стресса в автоматическом режиме. Пульс и кислород крови часы измеряют показатели в целом корректно, сон мониторит неплохо, паузам сам я в часах не сплю. Поддерживает функцию Bluetooth вызова, микрофон динамик работает тоже неплохо. Вибромотор расстраиваемый, не самый слабый, уведомления не такие противные, то есть не прям китайский, более-менее нормальный. А уведомления приходят практически моментально, но отвечать на них нельзя, только удалять. Емкость аккумулятора 300 мАч, полный цикл зарядки занимает около 2 часов. Время автономной работы в стандартном сценарии, использованный со всеми включенными автоматическими функциями, составляет 3-4 суток в моем случае. Часы имеют водонепроницаемость по стандарту IP68. Проверял в душе, все нормально. RS работает в паре с приложением Hailuo Fun, на главном экране которого три вкладки. На первой вкладке отображается весь мониторинг вашего здоровья, на второй — тренировки, на третьей — подключение устройства с профилем. На главной странице смарт-часами можно увидеть заряд, процент, магазин с циферблатами, приложение можно настроить мониторинг здоровья, воспользоваться настройками смарт-часов, настроить напоминание, обновить прошивку. Из минусов: нет встроенного GPS, нет дополнительных вспомогательных функций, не отображаются смайлики и некоторые символы. Функционал практически не развивается. Не самое долгое время автономной работы с включенным АО, цена указана по ссылке в описании. А еще из минусов стоит отметить: ремешки некрасивые, в моем случае они не мужские. И Hailuo RS5 хороший выбор, если вам нравится форма этих часов. Мне лично нравится, я себе оставлю. У них яркий AMOLED-экран и вообще неплохо выглядит, похоже на Apple Watch. И кто видит впервые, думает, что это Apple Watch. Ну, можно, короче, не покупать утро. А лично я оставлю, конечно же, подарку. Буду тестить дальше. А, как я уже сказал, подписывайтесь на наш канал. Всем хорошего настроения, хорошего дня. Или не дня.